Привет! Пожалуйста, подпишись на этот канал. Нажми просто подписаться и оцени мой труд. Нажми одну кнопку лайк. Я буду очень рад. Ссылка в описании под видео есть видеоуроки про актив. Я думаю, ты нажал лайк и оценил это видео. Скачивайте с Play Market актив приложение. Можно оплачивать разные услуги, как Каспи, например, либо как Киви. Ну, конечно, до Каспи, до Киви рановато, но все же есть там еще программа чуть бета-версия, да. Поэтому есть ошибки, например, выкидывает, обратно придумываешь пароли. Да, пишите обязательно отзыв, обязательно звоните им. Кое-какие проблемы пишите, они любят отвечать вопросы. Они любят эти проблемы, то есть обязательно. Так, например, у меня сразу выкидывает и обратно придумывает. После регистрации очень легко, заходим в финансы, и у нас здесь платежи стоит. Заходим в платежи и смотрите, что можно оплачивать: мобильная связь, интернет и ТВ, ком-услуги, транспорт, онлайн-игры, объявления, рекламы, купоны, финансы, косметик, букмекер. Давайте посмотрим, мы интернет и ТВ. Да, очень хорошо, можно скайп оплатить с номера еще. Это как Киви, либо как Каспи, как интернет-банкинг сделали. Онлайн-игры, посмотрим, что. Вот, смотрите. Разрушители, битвы. Неверленд, небоскребы, дозор. Много игр, игр. Ого, здесь, да. Нормально так игры. Объявление реклам посмотрим, да, маркет основной. Да, есть популярный, например, нет OLX. Финансы есть, ESP, оплата налогов. Да, еще, конечно, рановато, да, Каспи, да, Киви, но все же не позавидуешь. Все-таки программа бета.